Автор концепции выставки Виктор Мазиани, один из самых известных в мире кураторов, создал в художественном пространстве Кумо свой сценарий диалога искусства со зрителем. Тематика, связанная с советской эпохой, смешивается на выставке с произошедшими изменениями, которым дается оценка. Персонажи выставки – разведчик Штирлиц, президент Ельцин, советские фильмы и узнаваемые культовые места. Открытие выставки состоялось гораздо позже запланированного ранее срока по причине недостаточного финансирования проекта российской стороной. Не последнюю роль сыграло и явное охлаждение отношений между двумя соседними странами. Политическая атмосфера для такой выставки очень неподходная, да, что очень многие эстонцы, которые бы смотрят эту выставку совершенно другими глазами, и многие русские тоже смотрят совершенно другими глазами, я думаю, что и вообще все эти, нам было очень трудно в этом ситуации эту выставку вообще сделать. Выставка «Возвращение памяти» – это работа художников, творчество которых относится ко второму десятилетию постсоветского периода. Это была эпоха эйфорическая и катастрофическая одновременно. Эпоха многочисленных вызовов, решение которых требовало от художника постоянного пребывания в настоящем здесь и сейчас. Работа участников выставки, представители разных поколений, показывает, насколько изменилось понятие того, что называется «русское искусство». Анализ изменений общественных процессов художниками наполнен как циничными клише, так и ностальгией. Я здесь вижу и такое желание понимать, что вообще происходит. И там есть тоже любовь к этим странным традициям, какая-то ностальгия. Директор музея Кумо Сирия Хельме уверена, что выставка подобного уровня рассчитана на любого зрителя и непременно привлечет внимание тех людей, которые ранее музей не посещали.